Рыба-кит, папа рисует. Привет, давай с тобой полепим из пластилина. Сделаем машину. Машину здорово. Всегда хорошо. Машину лепить не очень сложно. Я тебе это точно говорю. Так что начнем лепить. Сделаем платформу для нашей машины. Шасси, можно сказать, из коричневого пластилина. Слепим вот такую платформу. Она похожа на кирпичик. Вот. Можно бесформенный, можно немножко длинноватый. Вот такой вот кирпичик. Это будет платформа нашей машины. Также у машины будет 4 колеса. Поделим черный пластилин на 4 части. И раскатаем из каждой части такой шарик. Один. Ух, укатился. Один. Второй, третий и четвертый. 4 шарика вполне достаточно для того, чтобы сделать классную машину. Отлично. Теперь нарисуем. Ой, не нарисуем, мы же лепим. Сегодня мы лепим, да. Теперь мы слепим из красного пластилина такую вот деталь. Я бы ее называл верх машины. О, я как ее так и назову, верх машины. Вот такая вот лепеха. Блинчик длинный. Вот такой длинный блинчик получился. Вот так мы ее слепим. Такая вот машина будет у нас. Это как бы верхняя часть нашей машины будет. Вот такая заготовка. Мы ее использовали. Сейчас будем использовать. Поставим ее здесь. У нас уже есть шасси. Да, красная деталь. Сделаем сразу фары. Нашей машине фары слепим из желтого. Из чего еще фары? Это два шарика. Скатаем два шарика и положим тоже сюда. Теперь для машины нам нужно стекло. Стекло лобовое. Оно будет из синего пластилина. Такую вот слепим длинную лепеху и разомнем. И получится такая тоненькая длинная лепеха. Похоже? Похоже. Отлично, вот уже синяя готова. Теперь мы слепим еще. Что бы еще слепить такое? Походу надо подумать. Может быть слепим руль, а может быть слепим даже бампер. Бампер хорошая вещь. В машине нужны бамперы обязательно. Слепим их два. Зеленых. Сделаем такие вот, раскатаем такие вот штуки. Колбаски. Как раз по ширине. Подойдет, сюда положим одну и вторую раскатаем. Вторую тоже колбаску, такую же в точности раскатаем. Раскатали. Смотрим, длиннее, чем надо. Отрежем лишнее. Отрезали лишнее, уберем. Того у нас есть практически все, чтобы классная машина получилась. Начнем сборку. Сначала закрепим колеса. Раздавим каждое колесо и закрепим по бокам нашего шасси. Закрепили. И с этой стороны раздавливаем, закрепляем. Раздавливаем, закрепляем. Получается такая вот тачка. Тачка. Видите? Хорошая тачка. Ничего так себе. Но теперь верхнюю часть машины закрепим. Вот так вот сверху прям она крепится. Видите? Так сверху, спереди и сзади. Как бы крышечкой накрывает всю машину. Эта часть. Она будет основная такая машина. Вот уже получилась такая вот. И здесь загибаем по бокам. И у нас получается такая гоночная машинка. Так вот получилась вот такая гоночная машинка. Теперь приклеим к ней же наше стекло лобовое. Приклеим сюда. Отлично, лобовое стекло приклеили. Получилось еще больше, лучше. Теперь приклеим такой бампер спереди. Зеленый бампер приклеили. Вот хорошо, чтобы вам видно было, как мы клеим. Зеленый бампер. И сзади можно зеленый бампер тоже приклеить. Получается машина с двумя бамперами. Сзади и спереди. Спереди приклеим фары. Одну фару. Вторую фару. Вот такая машина получилась.
Давайте здесь покажем, что здесь у нас есть и руль. Руль будет у нас белый, к примеру, да? Белый руль. Такая лепеха, это белый руль. И, конечно же, покажем, что есть салон. Сделаем такую вот колбасу и закруглим сюда. Будет понятно, что это салон. И самое интересное, у многих машин есть эта антенка для того, чтобы принимать радио. Хо. Смотрите, получилась машина. Все, мы закончили. Получилась машина с четырьмя черными колесами на хорошей базе шасси, на коричневой вот сзади, снизу видно. Два бампера, красная, гоночная машина, две фары и даже есть у нас радио. Такую машинку можно сохранить на память и будете смотреть, как вы хорошо лепили в детстве такие классные машинки. Спасибо, что лепите со мной. До новых встреч. Буду продолжать для вас лепить. Классная машина. Мне это дело нравится. Люблю лепить из пластилина. Пока. Фотографии своих рисунков присылай мне по адресу, написанному в буклете. Я обязательно покажу их на своем канале. Рыба-кит, папа рисует.